Риски дальнейшего охлаждения российской экономики высоки. ВВП в этом году потеряет 3,5-4%. Так Банк России объяснил необходимость снизить ключевую ставку до 14% годовых во второй раз подряд. Регулятор резко до 17% поднял ставку в декабре, чтобы остановить панику на валютном рынке. Сейчас курс стабилизировался в районе 60 рублей за доллар. Правда, год назад доллар стоил 36 рублей. Стоимость рубля упала вдвое. Сегодня Россия получает гораздо меньше долларовых доходов от продажи нефти и других полезных ископаемых. И это наносит удар по ценам на еду внутри страны. Обвал рубля начал сказываться на стоимости импорта еще в конце прошлого года. Однако ценам на еду мощный толчок дали ограничения на импорт продовольствия из ЕС и США, введенные российскими властями еще в августе. В феврале этого года официальная инфляция составила 16,8%. Центробанк ждет замедления роста потребительских цен до 9% в течение этого года.